В этом спектакле у меня ключевая роль. Я играю доктора Гулливера. Изначально я обычный доктор, которого отправили в командировку в дом декана Свифта. Привыкший к обычным людям, абсолютно уверен в себе. Дальше вы все увидите в спектакле. Я играю Ванессу. Я играю Стеллу. И Свифт любит меня. Нет меня. Нет меня. 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 Нет меня. Ну, в общем, Борис Геннадьевич сказал, что мы друг друга ненавидим. Я играю Бетси, служанка в доме мистера Свифта. И изначально это должен был быть Патрик, но поскольку не нашлось никого достаточно фантастического, чтобы сыграть Патрика, на роль взяли меня и сценарий переписали тоже под меня. Приходите. Здравствуйте. В нашем новом спектакле я играю две роли. Одна из них — роль великана Глюма. А другое вы узнаете сами, когда придете на наш новый спектакль. 1 марта. А меня зовут мистер Некто. Я живу вечно. Поэтому я повидал много в этой жизни. И если вы хотите узнать кое-что о вашей прошлой жизни, приходите на наш спектакль. В этом спектакле я играю рыжего констебля. Это одна из самых драматических ролей в этом спектакле. И если вы придете, а вы придете на этот спектакль, то постарайтесь помнить вместе со мной. И помните, никогда не поздно исправлять свои ошибки. Я Эстер. Ну, я, наверное, самая добрая. Но меня никто не понимает. Ну, кроме Свифта. А я тот самый Свифт. Меня никто не понимает, но всех понимаю я. Меня все любят и не любят никто. Итак, Свифт. Пожалуй, один из самых сложных спектаклей из числа тех, которые мы играли. Хотя, с другой стороны, все относительно. Иногда мы не находим простых ответов на сложные вопросы, иногда излишне усложняем простые вещи. Давайте разберемся вместе. Приходите. Ars longa, vita brevis. Это на латыни.